здесь 4-й раз. И уже, конечно, ну... Нет, мне все нравится, но уже неинтересно. И мне любопытно вообще, какое отвращение испытывают по жизни экскурсоводы. Особенно, которые водят десятками лет по одному и тому же машину. Ну, почти. Ну, пальцы не так. А вот там, вот там уже, там достанешь. Даже Гоша достает. В Стокгольме есть классного. То, что здесь есть место, а точнее такой как бы островок, да, на котором сосредоточены большинство самых интересных музеев города, ну, интересных для детей. Вот, я немножко расскажу. То есть он, этот остров называется, или полуостров, я, честно говоря, вот по карте сейчас и не вспомню. Вот он называется Галарвар, я не уверена, что я правильно произношу, но тем не менее. Вот мы сейчас находимся здесь, вот в этой точке. И что я хочу показать, что здесь есть, во-первых, да, парковка, она небольшая, поэтому если вы сможете остановиться где-то вдоль канала, где сегодня оставили машину мы, то бросайте ее там, потому что, ну, как правило, здесь людей всегда много, и есть такая вероятность, что просто не будет свободного места. Значит, что здесь интересно? Тут есть Nord Museum, вот, вот он находится здесь, во дворце, в таком очень красивом. Мы, кстати, в нем еще не были. За уже который третий раз. За второй. Еще, в общем, не дошли до него. Вот. Потом здесь есть Vasa Museum. Это музей корабля, который был построен там в 1300-х, по-моему, годах. То есть корабль очень-очень старый. Вот он, как только его, значит, выпустили в воду, он там сразу затонул. Там погибло очень много людей, с этим очень много там связано всякой информации. Вот. Но он очень хорошо сохранился. Очень хорошо сохранился. Его подняли, это было не так давно. То есть в нашем столетии где-то, да, его подняли полностью, и полностью вот он стоит здесь, это музей, его можно посмотреть, там можно посмотреть, как, какой был быт людей в то время, как выглядели моряки, потому что они реконструировали полностью черепа, которые, в общем-то, сохранились на самом корабле, какая была одежда и так далее, и так далее. То есть вообще очень интересная штука, особенно мальчишкам. Ну, в общем, мы там были и неоднократно, очень нравится, рекомендуем. Также здесь есть музей викингов, в котором мы были сегодня, и есть музей Museum of Spirits, и также есть еще парк аттракционов. Вот, мы опять же туда не доходили ни разу, он небольшой, вот, то есть там аттракционы такие, мне кажется, больше для взрослых очень много рассчитано, не для детей, вот, но мы как бы имеем себе в планах по пути что-нибудь посетить, поэтому здесь уже не идем, здесь как бы есть такие вещи, которые стоит посмотреть точно. И еще что стоит сказать, что здесь есть Юнибакен, это музей, который был создан по мотивам сказок Астрид Линдгрен. Мы в нем были с детьми 2 года назад, вот. Он действительно стоит того, чтобы его посетить, он чудесен и прекрасен, особенно когда деткам не больше 5-7 лет, то есть они будут в диком восторге, особенно если читали сказки про Карлсона и все эти истории, то есть там невероятное шоу и классные домики, и там можно развлекаться, и можно провести там полдня и как бы не заметить, как время прошло. Поэтому Юнибакен вообще must visit. Что еще здесь есть неподалеку, это то, куда мы сейчас направляемся, это такое себе шведское пирогово, да, оно называется Скансен. И мы там были без детей один раз. Мы были без детей, это было прям, наверное, уже очень давно, лет 10 назад. Это были такие дома национальные, шведские, мы сегодня это вам покажем, то есть там работает там стеклодув. Много интерактива там, красиво, да. Красиво, да. И, в общем, я не уверена, что, конечно, 1,5 часа нам хватит на него, но, тем не менее, сколько есть, только есть. Теперь мы ждем, ждем, ждем. 10 минут встречи с друзьями и с Хансом. Ты викинг? А какие были викинги? Покажи, как они выглядели, какие они были. А когда они были в бою, как они выглядели? Да, Гош? А ну? А они были сильными? А что они ели? Кашу. Она скажет, что ели викинги? Слушай, мне вкусно, да? Зато самое полезное.